Колобанга – это небольшой городок, в котором живут смайлы-колобки. Это про меня! Они отвечают за электронную переписку и передают в сообщениях наши эмоции. Пуск! 10 секунд, полет нормальный. Жизнь в Колобанге была веселой и беззаботной, пока однажды... Над нашей родиной Колобангой нависла страшная опасность. Это супероружие, за которым охотятся все злодеи интернета. Замечательно. Просто скажи нам пароль, и мы уйдем. Ты о чем? Какой пароль? Взять его! Начинаем операцию «Невидимка». Вот, получай, грязный пират! Здесь мне должны были придумать смешную фразу. Давайте докажем этим вредителям, что добро сильнее зла. Если что, сразу беги. Покол. Он всегда такой. Погибнем, погибнем, погибнем! Без паники! Я и не такие орешки раскалывал. Успокойся, одноглазый! Сейчас не до яблок! Интернетно! Что, пираты? Где? Мазила вирусная! Это самые круглые герои интернета! Ага! Мы опасные преступники, и нас все ищут! Ну, какой план? Я лично завтра в кино иду. Колобанга. Привет, интернет! В кино с 30 ноября. Дорогая, у нас гости! Эй! Гости, легки на репосте. Чё надо? А?